Морскую дорогу контролирует и на воде, и с воздуха. И если по морской дороге крадутся к берегам фашистские транспорты с оружием и войсками, то батареи готовы их встретить. Командующий флотом вице-адмирал Головко, начальник штаба контр-адмирал Кучеров, член военного совета дивизионный комиссар Николаев. Доклад военному совету. Транспорты противника приближаются. На батареях пока все нормально.